находимся на эстакаде, в которую многие жители Нового Переделкина уже не верили, что наконец она когда-нибудь будет построена. Вы завершаете работу. Скажите, пожалуйста, когда планируется сдача этой эстакады? Готовность движения планируется на цель. В общем, как новогодний подарок всем жителям Нового Переделкина и писательского Переделкина. Прекрасно. Это действительно долгожданная эстакада, потому что совершенно сумасшедший транспортный коллапс на месте железнодорожного переезда. Спасибо вам за работу и за то, что вы соблюдаете сроки, несмотря на все сложности. Может быть, есть что рассказать еще, поделиться с жителями, как это все происходило? Строительство этого объекта было начато в прошлом году. Соответственно, чуть больше, чем за год. Дорожки, освещение, заведение. Спасибо.